Осудили акты террора в Актобе и проявление терроризма в мире председатель Мажилиса парламента и чрезвычайный полномочный посол России в Казахстане. Бахты-Коджа Измухамбетов и Михаил Бочарников констатировали схожесть подходов стран в борьбе с терроризмом, который важнейшим считают международное сотрудничество. Как отметил спикер Мажилиса, руководство страны принимает меры по ограждению казахстанцев от террористической угрозы. Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, Михаил Бочарников отметил роль Евразийского экономического союза. По мнению дипломата, в условиях мирового финансового кризиса ЕАЭС выступает стабилизирующим якорем для национальных экономик. Также он заявил о растущем интересе российских предпринимателей к партнерству с Казахстаном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.